На днях наш корреспондент вновь отправился в путешествие по весеннему Новосибирску. Но путешествие его оказалось нелегким. Почему? Он попытался сесть в трамвай, но увидел, что это не трамвай, а какая-то осажденная крепость. Но разве он не мог ехать в автобус? Попробуйте попасть в этот автобус. Смотрите, идет свободная машина. Напрасно радуетесь. Она идет по заправке. А где же водители этих машин? Одни ушли обедать, а другие отдыхают. Странно. Все обедают в одно время. А пассажиры должны ждать? Да, и ждут порой по часу. И многие, пожалуй, вспоминают старую пословицу. Тише едешь, дальше будь. Может быть, по этому принципу и действует городская автотранспортная контора? Похоже. Машин много, а порядка нет. Плохо работает городской транспорт Новосибирска. А какие меры принимает городской совет? Ежегодно выносит новые решения. Но мало принять хорошее решение. Его надо выполнить. Трудящиеся Новосибирска хотят, чтобы в их растущем городе транспорт работал четко и бесплатно.